Привет, привет, мои дорогие. Ну что, теперь у нас мукбанг. Салат. Это у меня завтрак, обед. Салатик по рецепту Елены. Я назвала его обжорка. По-моему, я читала такой рецепт. По-моему, он называется обжорка. И салфетка. И пожрать. Лаваш. Хлеб я больше не покупаю. Буду все есть без хлеба. Наверное. Видишь, как удобно. Она опять здесь. Я не знаю, чем прокормить эту кошку. Она целое утро ест. Рыбу кошкам нельзя. Она ест? На, лаваш, на. На, хлеб тоже кошкам нельзя. Кстати, вот раньше я на Ютубе снимала видео, это Вован. А вот это тебе точно нельзя. У нее, я в общем, сыпала какую-то с утра корм, купила Фрискас. Специально с высоким содержанием белка. Она ела. Ну да, ну рыбу нельзя, она ест, еще любит домашнюю еду. В общем, я не знаю, чем как ее прокормить. Сейчас сварю манную кашу, буду котят кормить и ее. Действительно вкусный салат. Я так что-то расстроенная. Господи, мне сейчас одна зрительница пишет, ну то, что вы не хотели, ну, политические какие-нибудь новости рекламировать. Ну, как с чувством юмора, да. Ну, у меня были такие видео. Я вот как раз сейчас только просмотрела про Валуева. Что он предложил? Юль. Я маленько расстроенная. В общем, я говорила, что уже мама лежит в больнице. Диагноз ковид. Ее начали уже лечить вот антиковидными вот этими препаратами там. Со среды, по-моему. Ну, что вот. Звонит в 7 утра и говорит. А нам не дали сегодня препаратов ковидных. Я говорю, как? А их нету. Вот хоть стой, хоть падай. Их не продают в аптеках. Я их нигде не куплю. Если там, я буду спросить, чем заменить их невозможно уже. Арбидол обычно начинает, да, как, пока еще диагноз не поставил. Уже не заменишь. Сдал это. Звоню доктору, и он говорит, Наташа, ну что, вот завтра позвоню, ну, знакомому, да, девчонку, как знакомую, даже подруга она мне. Она там же работает, но не в ковиде. Я говорю, ну вроде как бы ничего страшного, но завтра, наверное, вопрос решится. В общем, был с таким настроением. А политических новостей много. Но эта новость уже давно, конечно. Как Дмитрий Медведев говорил про прививки. Он что-то мне пишет, сказал, по другой методике сейчас будут лечить. Сейчас по-новому. Ну, про прививки он еще, наверное, но это уже давнишняя история. Как он сказал. Ошибочка по Фрейду. Сейчас делается, проводятся вакцины, проводятся испытания. Желательно распространить вакцину практически на весь земной шар. Ну, и оговорка по Фрейду. А то как же мы увеличим распространение коронавируса? Надо, чтобы все, ну, это вот я уже, да, от тебя
Надо, чтобы все заболели. Вот так вот. Там много, конечно. Там я смотрю иногда новости в ТикТоке. Что думают политики единороссы? И что говорят о нас, простых смертных? То, что мы никому не нужны. И это правда. Знаете, вот я честно говорю, я, конечно, люблю морковку по-корейски, но я бы сделала просто с простой морковкой. Тоже я боюсь закашляться. У меня вот здесь... Обожаю. Ты любишь морковку по-корейски, свеклу с чесноком. Я вот... Ну, специально я ее вот для, ну, для себя тоже редко покупаю. Я даже когда делаю шаурму... Ну... Даже в целях экономии. Я просто тру морковку. И все. С майонезом посолить. И тоже обалденно вкусно. Жуем, жуем. Привет, характеры мои. Еще лавашек. А можно сделать вот так. У меня чуть-чуть лаваша осталось. Знаете, и тоже вкусно. В принципе, как шаурма. Учитесь. Студенты. В общем, сейчас пишет мне, что сегодня умерло 2 человека у них в отделении. Видео грустненько. И мы надеемся на лучшее. Ну что, сейчас оставлю этот салатик. Сегодня должно быть мяско. И мы пожрем с мяском. Ешь со мной. Ешь, как я. Ешь лучше меня. Всех люблю, целую, обняла. Ваша Наташа.